Это адмирал, с меня зовут Лембиту. Большая группа инвесторов вкладывает средства только в акции, отобранные по фундаментальным показателям, используя для этого мультипликаторы и макроэкономические показатели. О том, как это делать, рассказал в предыдущих видео. Другая группа инвестирует исключительно в акции роста, не рассматривая фундаментальные показатели. По отдельности обе эти стратегии дают неплохие результаты. Но я вам предлагаю использовать гибридную стратегию, включающую оба этих метода. Для этого отберем бумаги с хорошими фундаментальными показателями, используя следующий алгоритм. Выбирайте из доступных для торговли бумаг те, у которых нижнее значение мультипликатора P на E равно 5, а верхнее тройному значению мультипликатора всего рынка на данный момент. Напомню, что такое P на E. Мультипликатор P на E рассчитывается как отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли и показывает за сколько лет окупится вложение в акции. P на E регулярно публикуется на сайтах с финансовой аналитикой по компании. Теперь из полученного списка вычеркнем те компании, у которых рост выручки отстает от роста прибыли. Еще раз профильтруем список и проверим, на чем основан рост прибыли. Вычеркнем те компании, у которых рост прибыли не основан на росте продаж. Этот пункт нужен для того, чтобы не попасться на различные трюки в отчетности. На этом этапе оставим в списке только те компании, у которых в течение последних 5 лет темп роста не меньше 15% в год. Если компания показала снижение прибыли в течение последних 5 лет, ее из списка исключаем. Наличие долговых обязательств для крупного бизнеса – это нормальное явление. Но долг должен быть на приемлемом уровне. Уровень долга должен быть ниже среднего по отрасли, в которой работает компания. Все бумаги, не отвечающие этому критерию, из списка удаляем. Теперь вычеркнем из списка те бумаги, у которых мультипликатор EPS или показатель прибыли на акцию за последние 5 лет хотя бы один раз уходил в минус. После этого отсеем бумаги, у которых разница между текущим и прошлогодним показателем отрицательная. На этом этапе в списке шикарные бумаги, но они пока еще недостаточно хороши. Проведем еще одну прополку нашего списка. Для этого оставим только те бумаги, у которых темп роста прибыли на акцию мультипликатор EPS выше среднего EPS за три последних года. Последний фильтр списка – так называемая инсайдерская торговля. Если инсайдеры за последние три месяца покупали собственные акции три раза или чаще, и при этом никто из них ни разу не продавал, это хорошо. Бумага прошла отбор по фундаментальным критериям. Критерии, о которых рассказал, разработал Мартин Свейк, портфельный управляющий хедж-фонда. Отобранные бумаги по этим критериям давали в среднем 25% годовых на протяжении 20 лет, а в кризис 2008 года потери составили лишь 6% тогда как рынок потерял около 40. Теперь, когда у вас в списке только лучшие бумаги по фундаменталу, настало время отобрать из них лучшие из лучших по принципам теханализа. Для этого используем методы Price Action. Итак, вы открываете дневной график бумаги из списка и видите подобную картину. Сложно такое представить в хороших бумагах, но вдруг. Что делаете? Выкидываете ее из списка? Нет. Ни в коем случае вы за этой бумагой начинаете наблюдать. Что нужно ждать? Первое. Нужно увидеть остановку снижения. Для этого цена должна нарисовать минимум выше последнего локального минимума и обновить максимум. Затем продолжить движение вверх и обновить последний локальный максимум волны снижения. Когда увидели подобное, начинаете понемногу покупать бумагу в портфель. Не сразу, потому что такое снижение возникает не на пустом месте. Но в то же время бумага с хорошими фундаментальными показателями. Тут важно отметить, что это относится только к бумагам, прошедшим фильтр. Но бумаги со слабыми мультипликаторами в подобной ситуации даже смотреть не будем. Как сказал в начале, сильные бумаги редко так снижаются. В сильных бумагах гораздо чаще можно увидеть другую картину. Даже в хороших акциях нередко видимо, отсутствие тренда. Что делать? В этом случае у нас есть две стратегии. Первое. Ждем, когда цена преодолеет максимум и покажет трендовое движение вверх. После этого можно небольшими порциями покупать. Но это нормальная стратегия. Но есть лучшая. Посмотрим на вторую стратегию. Она будет поинтереснее. Если в первом случае мы ждали обновления максимуму, то вторая стратегия предполагает покупку около очевидных уровней. На уровне ожидаем остановку снижения и подтверждение начала движения вверх. Если цена пробивает этот уровень, то ждем остановки снижения на следующем очевидном уровне. Здесь важно понимать, что покупать эти бумаги при таком графике можно только небольшими порциями. А сейчас рассмотрим лучший вариант для покупки. Когда видите график, похожий на этот, это означает только одно. Вы нашли лучшую бумагу для инвестиций. Но можно ли ее прямо сейчас купить? В принципе, да, можно. Но давайте разберем вариант лучше. В нашем случае... Лучше означает взять бумагу со скидкой, то есть когда в тренде произошла небольшая коррекция. Небольшая означает примерно 50%, но если меньше, совсем хорошо. Отметив уровень предполагаемой коррекции, ждем отката к нему. И после небольшой остановки 1-2 дня можно покупать. Помните, что мы для инвестиционных целей рассматриваем только дневной таймфрейм. Даже при инвестиционной сделке не забывайте о риске. Выставляйте стоп ниже уровня, от которого входили. Независимо от того, совершаете ли вы сделки как инвестор или трейдер, всегда подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, что вы оцениваете стоимость или цену при инвестициях. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч.